Почти в полночь 24 апреля на стартовом комплексе 34 на мысе Канаверал начался запланированный 10-часовой обратный отсчет для запуска второго испытательного летательного аппарата Saturn SA-2. Все процессы автоматической загрузки топлива и определения последовательности были проведены удовлетворительно. Обратный отсчет продолжался без единой технической задержки. Однако было объявлено одно 30-минутное удержание дальности, пока корабль не сможет покинуть зону дальности. Вскоре после 9 часов ровно утра 25 апреля, через 6 месяцев после впечатляюще успешного первого полета на Сатурн, обратный отсчет для SA-2 достиг последних секунд. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, ноль. Зажигание, увеличение тяги и взлет в норме. Цели запуска SA-2 включали летные испытания разгонной ступени и эксплуатационные испытания связанных с ней пусковых установок. Структурная целостность планера блок А и аэродинамические характеристики были подтверждены, а возможности системы управления продемонстрированы. Двигательная установка работала нормально на протяжении всего полета. Все электрические сети и приборы функционировали должным образом с очень удовлетворительными полученными телеметрическими сигналами. Была достигнута максимальная скорость более 3700 миль в час. Maximum velocity of over 3700 miles per hour was attained. Эффект хлюпания, наблюдаемый во время полета SA-1, был снижен до приемлемого уровня. Отключение произошло на 110 секундах для бортового двигателя и на 116 секунд для подвесного, как и было предсказано. Практически во всех отношениях полет SA-2 был успешным. SA-2 также провела дополнительный или дополнительный научный эксперимент, известный как проект Хигватер. На высоте 65 миль транспортное средство, чьи эффективные верхние ступени несли 23 тысячи галлонов воды в качестве балласта, было намеренно взорвано. Чтобы исследовать оптические, ионосферные и метеорологические эффекты, которые водяной пар оказывает на верхние слои атмосферы. Около 15% воды испарилось, а оставшиеся 85 тонн образовали облако из очень мелких частиц льда вдоль оставшейся части траектории движения транспортного средства. Перед полетом SA-2 в отделе астроники Центра Маршалла были проведены лабораторные эксперименты в связи с проектом Хигватер. Условия полета Сатурна моделируются с помощью вакуумной камеры. Чтобы облегчить просмотр, воду в пробирке добавляют краситель. В этом эксперименте трубка подвешена в горизонтальном положении. Молоток с электромагнитным приводом ломает наконечник, выпуская воду.
Из-за низкого давления вода быстро испаряется. Охлаждение происходит так быстро, что лед мгновенно осыпается хлопьями. Когда трубка находится в таком положении, вода выкипает медленно и нерегулярно. Во втором эксперименте флакон подвешен вертикально, кончик сломан, и происходит реакция кипения. При вертикальном положении флакона вода постоянно выкипает. В обоих экспериментах давление настолько низкое, что образующийся лед имеет необычно низкую температуру. Лед, выдержанный при такой температуре, очень твердый и эластичный. В этом квартале в Маршалле были проведены три статических испытательных запуска третьего летательного аппарата Saturn, SA-3, два из которых длились 30 секунд, а последний — 119 секунд. Дефектные подшипники и главные валы привели к чрезмерной вибрации турбонасоса во время первого испытания. Дефектные детали были заменены, а насосы и двигатели прошли удовлетворительную повторную проверку перед повторной установкой двигателей. Более поздние стрельбы не вызвали никаких трудностей. Сборка ракеты-носителя для четвертого летно-испытательного аппарата Saturn, SA-4, была завершена 28 мая. И в настоящее время ступень проходит проверку перед статическими испытаниями. Изготовление компонентов и узлов, таких как этот узел ствола упорной рамы для пятой ракеты-носителя Saturn, SA-5, первой из серии Block 2, было выполнено в этом квартале подразделением Marshall Manufacturing Engineering. Ряд новых производственных приспособлений, таких как это, для изготовления узлов балки Saturn Spider, были введены в эксплуатацию для изготовления ракеты-носителя Block 2. Глядя на будущие технологии изготовления Сатурна или других космических аппаратов, инженеры Marshall исследуют взрывающиеся мостовые провода в жидкой среде как средство формования и обработки металлов. В этом тесте кусок плоского алюминия загружается на матрицу и надежно монтируется. Кран поднимает матрицу и заготовку в формовочный резервуар, который заполняется водой, а взрывающаяся перемычка устанавливается правильно. Сверхбыстрый разряд большой батареи конденсаторов взрывает провод моста, создавая высокоэнергетическую ударную волну в воде. Эта ударная волна вместе с импульсами гидродинамического давления формирует металл в предварительно откачанной матрице. Преимущества формования материалов этим методом заключаются в контроле формования и относительной простоте эксплуатации. Hayes International Incorporated в Бирмингеме производит несколько компонентов ракеты-носителя Block 2, включая ребра, нижние кожухи и юбки двигателя. В конструкции плавника используется конструкция типа лонжерона, ребер и обшивки, что обеспечивает высокую степень надежности конструкции. Используются три основные конфигурации плавников. Четыре больших плавника будут расположены с интервалом в 90 градусов вокруг ракеты-носителя. Две конфигурации тупиковых плавников будут расположены под прямым углом друг к другу между большими плавниками. В трех из них предусмотрены средства для выпуска жидкого водорода из второй ступени транспортного средства. В дополнение к обеспечению стабильности полета, эти 8 ребер имеют опору для транспортного средства и удерживающие приспособления. Нижний кожух, который Hayes делает для ускорителей Saturn Block 2, по сути, представляет собой гофрированную конструкцию с непрерывными кольцами, поддерживающими весь блок. Республиканская авиационная корпорация из Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк, является еще одним ярким примером промышленности, работающей на Сатурн. Один из крупнейших в мире банков станков с числовым программным управлением, которые работают по записанным на пленку инструкциям по изготовлению, используется Republic Aviation для изготовления различных компонентов Saturn.
Первый из Saturn Locks и топливных баков, произведенных компанией Lynn Temco Wood недалеко от Далласа, штат Техас, были доставлены в центр Маршалла в этом квартале. Во время транспортировки резервуары защищены от повреждений изготовленным на заказ транспортным контейнером. Персонал Marshall тщательно проверяет каждый танк перед приемкой. Резервуары подвергаются испытанию на герметичность под давлением воздуха с использованием фреона в качестве индикаторного газа. Если утечка существует, электронный прибор определяет область выхода газа. Поставка двигателей H1 как внутренних, так и подвесных для ракеты-носителя SA-5 была завершена в начале апреля подрядчиком, подразделением Rocketdyne компании North American Aviation Company. Небольшие модели ракетных двигателей, такие как модель H1 с тягой 500 фунтов, изготавливаются испытательным отделом Центра Маршалла для использования при сборе данных об их реальных аналогах. Модели ракеты-носителя CI Saturn и ступени SEV в масштабе 1/10 были протестированы в высотной камере для изучения проблем межступенчатого разделения. Цели испытаний состояли в том, чтобы получить данные о давлении в зависимости от расстояния между ступенями разделения и определить влияние модифицированного конического дефлектора потока на задержку обратного потока горячего газа. Модель ракеты-носителя Block II Saturn в масштабе 1/20 была испытана в сочетании с моделью пламя-гасителя типа, предназначенного для использования на стартовом постаменте стартового комплекса 37, который в настоящее время строится на мысе Канаверал. Эта программа испытаний позволяет инженерам изучать давление окружающей среды в базовом регионе, температуру и скорость нагрева, а также эффективность дефлектора пламени в условиях горячего обжига. Новая станция сборки ракеты-носителя Saturn блока 2 была установлена в течение этого отчетного периода в недавно расширенном сборочном корпусе Saturn компании Marshall, площадь которого теперь составляет более 200 тысяч квадратных футов. Инструментальное кольцо для ракеты-носителя SA-5 изготовлено, и в июле планируется начать работы по сборке ракеты-носителя SA-5. В этом квартале было объявлено о выборе компании International Business Machines, Incorporated из Нью-Йорка, для разработки навигационного компьютера для Saturn CI. Для целей тестирования компьютер будет находиться на борту SA-5. Также планируется к первоначальному использованию на SA-5 новый механизм извлечения камеры, который поможет обеспечить фотографическую запись действий транспортного средства. Вдоль паутинного луча ракеты-носителя SA-5 в катапультируемые цилиндры будут установлены 8 отсеков для кинокамер и пакеты для восстановления параболонов. В этом лабораторном испытании в центре Маршалла газообразный азот используется в качестве герметика. Когда достигается достаточное давление, переключатель срабатывания закрывается, и отсек камеры и пакет восстановления выбрасываются. SADI — испытательный аппарат, который предоставил жизненно важные данные о динамической вибрации, способствующей успеху первых двух летательных аппаратов. Был снят с динамического испытательного стенда Маршалла в этом квартале, его миссия завершена. Новая машина SADI-5, имитация SA-5, будет построена в Marshall и позже установлена на стенде для испытаний. Стенд для статических испытаний Marshall скоро будет модифицирован для одновременного размещения двух ускорителей Saturn CI. Старая испытательная позиция, на которой когда-то испытывались ракеты Юпитер и Юнона 2, уже была удалена в рамках подготовки к созданию на ее месте второй испытательной позиции ракеты-носителя Сатурн. Несколько крупных строительных проектов меняют горизонт центра Маршалла. 9-этажное центральное лабораторно-офисное здание, строительство которого планируется завершить в январе следующего года, станет самым высоким зданием центра. Персонал отдела двигательной техники и транспортных средств должен начать заселять свою новую 5-этажную пристройку в июле. А производственное и инженерное подразделение уже переехало в свое недавно законченное дополнение.
В любом подразделении группы инженеров и техников Chrysler в настоящее время проходит инструктаж по методам изготовления и сборки сета. В рамках подготовки к будущему производству ракеты-носителя Chrysler CI на заводе Marshall в Мичуде, недалеко от Нового Орлеана. В 20 милях от Мичуда, в Слайдере, штат Луизиана, это новое здание стоимостью $2 миллиона было приобретено НАСА у Федерального авиационного агентства. Здание, площадь которого составляет 53 тысячи квадратных футов, занято примерно 500 сотрудниками Chrysler в попытке решить критическую проблему офисных помещений в Мичауд. На полигоне испытательного полигона в Миссисипи сейчас ведутся переговоры примерно с 200 землевладельцами в районе строительства. Правительственный график предусматривает прямое приобретение права собственности на этот район к 31 июля. В течение этого отчетного периода продолжалось строительство 37-го пускового комплекса «Сатурн» на мысе Канаверал. Работа включает в себя строительство мобильного стального сервисного сооружения весом 3500 тонн, пуповинной башни высотой 268 футов и стального пускового постамента, круглого бетонного блокгауза, помещений для хранения топлива и топлива, а также объектов обслуживания. Строительство основных объектов завершено примерно на 60% и идет по графику. Когда все будет закончено, комплекс 37 будет иметь две стартовые позиции Сатурна, используя единый центр управления и сервисную башню. В компании Douglas Aircraft Company, подрядчики для ступени Saturn SEV. На испытательном полигоне в Сакраменто были успешно завершены испытания холодного потока с использованием одного двигателя RL-10 с жидким водородом и жидким кислородом. В этом квартале от Pratt & Whitney было получено 5 дополнительных двигателей. После приема сдаточной проверки в Санта-Монике двигатели были отправлены в Сакраменто и установлены на испытательной машине линкор. В рамках подготовки ко второму этапу программы испытаний линкора. Модификация испытательного стенда номер 2, который будет использоваться для тестирования всех систем, продолжалась по графику. В течение этого отчетного периода устанавливалась паровая система, и теперь доступно другое необходимое оборудование для завершения стенда. Авиационная лаборатория Корнелла Буффало, Нью-Йорк, проводит серию испытаний с моделью SEV в Барракамере, стремясь решить проблемы, которые происходят, когда часть горячего выхлопного газа двигателя выходит из выхлопного шлейфа и попадает в базовую область. Во время этого теста, который длится всего 0,005 секунды, на базовой плате модели с помощью миниатюрных высокочувствительных приборов проводится измерение давления и температуры. Электрические датчики давления ESO устанавливаются за отверстиями в опорной плите в местах, где необходимо считывать давление. Хрупкие термометры состоят из тонкой пленки металлической краски, нанесенной на кварцевую кнопку. Когда поверхность кнопки нагревается газом, электрическое сопротивление металлической пленки меняется. Тогда сигнал выходного напряжения термометра обозначает мгновенную температуру конкретного исследуемого места. Наблюдая за временной историей этой температуры, определяется локальная скорость нагрева. Такие быстродействующие приборы, как эти, позволяют ученым авиационной лаборатории Корнелла изучать проблемы нагрева основания ракеты в кратковременных экспериментах. Такие тесты лучше контролируются и гораздо более экономичны в проведении, чем обычные методы, включающие непрерывные операции. Вот один кадр, взятый из высокоскоростного фильма Шлирина, демонстрирующего ударные волны, создаваемые сгоревшими газами, выходящими в вакуумную камеру. Предварительные летные испытания на выносливость двигателя SEV Stages RL-10A3 были успешно завершены 9 июня подрядчиком двигателя Pratt & Whitney в West Palm Beach, штат Флорида.
было проведено 26 стрельб, общей продолжительностью 4096 секунд. Первичный осмотр показал, что двигатель в хорошем состоянии. Также была проведена серия испытаний карданного подвеса RL-10A3 без стрельбы с использованием сантехнических соединений Douglas Aircraft Company. Чтобы проверить двигатели и оборудование на возможную структурную слабость, на металлические поверхности было нанесено защитное покрытие, чтобы определить области структурной текучести. Различные углы подвеса и частоты были применены к двигателю, чтобы имитировать наихудшие ожидаемые условия полета. И двигатель, и сантехника автомобиля выдержали испытания удовлетворительно. В поддержку двигательной программы в научно-исследовательском центре Pratt & Whitney в этом квартале были завершены работы по установке нового вертикального испытательного стенда с одним двигателем и сферического контейнера для хранения жидкого водорода объемом 90 тысяч галлонов с вакуумной оболочкой. В этом квартале продолжался прогресс на Сатурне CI, показанном рядом со статуей Свободы в замысле художника, чтобы подчеркнуть ее огромные размеры. Также велась работа над еще более крупной усовершенствованной или CV-версией Сатурна. CV будет иметь высоту около 350 футов по сравнению со 170 для CI. CV, показанный в виде модели, сможет вывести более 200 тысяч фунтов на 300-мильную орбиту. Аппарат мог бы использовать две ступени для полетов на околоземную орбиту и три ступени для эвакуационных миссий. Запуск первого CV ожидается в 1965 году. В Маршалле продолжается строительство статической испытательной установки, которая будет использоваться для тестирования ускорителей CV. Бетонный фундамент для массивной трибуны уходит в землю более чем на 45 футов. Включая кран, новая испытательная конструкция будет иметь высоту 405 футов. Более 1000 сотрудников компании Boeing, подрядчика ракеты-носителя Saturn CV, сейчас работают в районе Хансвилла. Ожидается, что в течение 1962 года в компании будет занято более 1500 человек, большинство из которых позже будут переведены на производство Маршалла в Мичуде, где будут производиться гигантские ускорители. В подразделении авиационных космических и информационных систем North American, подрядчики S2 или второй ступени Saturn CV. Работы в этом квартале включали испытания на горячем потоке с использованием масштаба. Смоделируй двигатели с модельным пламя-гасителем сопоставимого масштаба, чтобы определить оптимальную ориентацию двигателя для конфигурации с пятью двигателями S2. Второстепенные задачи испытаний включают определение различных параметров дефлектора, таких как профили давления, температуры и теплового потока, а также исследование методов впрыска охлаждающей жидкости. Двигатели масштабной модели производят общую тягу в 5000 фунтов. Дефлектор покрыт краской из хромата цинка, которая сгорает во время стрельбы, открывая области вероятного выброса ожогов. Изготовление модели ступени S2 и транспортера, предназначенной для проверки того, что транспортер-носитель будет соответствовать всем требованиям к маневренности, теперь завершено. Используя дорожную колею, изготовленную по тем же размерам, что и транспортер S2, было проведено месячное обследование, чтобы определить целесообразность предлагаемых маршрутов по суше. Транспортировка сцены из порта Уэнеме, штат Калифорния, в Центр статических испытаний North American в Санта-Сусане, расстояние около 50 миль. Была создана модель плейта, которая послужит вспомогательным инструментом для создания женского красителя для укладки, который будет использоваться для формирования сегментов переборки для макета S2. Подметальная рама, используемая в этой операции, позже будет использоваться для подметания мастером производственного инструмента. Две модели диаграммы направленности антенны CV Saturn были завершены, и одна была отправлена в подразделение в Лос-Анджелесе, где будут проводиться первоначальные испытания до тех пор, пока не заработает диапазон антенн SIT. Программа определит количество и типы антенн, необходимых для телеметрии, командного управления и средств слежения, и установит конкретные местоположения и угловую ориентацию выбранных типов антенн.
Очень значительный прогресс в программе Saturn произошел в этом квартале, когда гигантский двигатель F-1, 5 из которых будут сгруппированы для ракеты-носителя CV, прошел свои первые полномасштабные статические испытания при полной тяге 1,5 миллиарда фунтов. Испытание было проведено в зоне высокой тяги НАСА во дворце, штат Калифорния, разработчиком F-1, подразделением Rocketdyne североамериканской авиации. Наземное испытание продолжалось 151,8 секунды, что примерно соответствует продолжительности полета, прежде чем было прекращено в соответствии с программой. Это было самое продолжительное испытание на сегодняшний день с использованием единственного ракетного двигателя, который, как известно, работал с тягой более миллиона фунтов.